Всем здорово, народ, с вами Варчик, снова поговорим про экипаж 2.0, и в этот раз разработчики уже дают какой-то финальный ответ про тестирование, которое было на песочнице, и давайте узнаем, что же они там в итоге поняли после этого тестирования. Тестирование экипажа 2.0 в песочнице завершено. Получили от вас очень много вопросов, комментарии и предложения. Равнодушными данная концепция никого не оставила. Мы еще раз благодарим вас за участие в судьбе World of Tanks. Сейчас для нас очевидно, что экипаж 2.0 требует дальнейшей максимально детальной проработки. Поэтому изменения, которые мы предложили в текущей песочнице, в таком виде в релиз не пойдут. Нам необходимо время, чтобы их доработать. В принципе, как я и говорил в прошлых своих видео, про экипаж 2.0, он очень недоделанный, сырой, непродуманный. Большая часть людей, которые тестировала это все на песочнице, осталась недовольна. Очевидно, что это в релиз не пойдет. Если бы этот мусор пошел в релиз, то это был бы, наверное, один из самых крупных провалов за всю историю картошки. Невооруженным глазом было видно, что оно не продуманное до конца и сделанное тяп-ляп. Про многие вещи забыли или специально не добавили, но зато продумали уже наперед концепцию, как на этом зарабатывать бабки на этих самых рандомных инструкторах. Понятное дело, что это все нужно переделывать. На мой взгляд, им нужно еще года два на то, чтобы доделать концепцию экипажа 2.0, чтобы опять протестировать и после этого еще немного доработать, потому что с их скоростью работы и мышлением только куда бы всунуть донат, страдает сама суть играбельности, сбалансированности и интереса для игроков. Понятно, что механика монетизации экипажа 2.0 проработана там глубоко и на долгие годы вперед, но вот вся остальная часть, которая именно для игроков, которые играют в игру, в этом плане она пострадала. Видно, что больше занимались другим. Также разработчики еще подробнее разложили, что да как. Первое. Результаты опросника. Результаты опросника, а также ваши отзывы показали, что предложенные изменения не получили однозначного одобрения игровой аудитории. Многие указали на необходимость доработок или даже существенных изменений экипажа 2.0. Часть игроков согласна с направлением по изменениям экипажа, однако у них есть опасения относительно ряда моментов в предложенном варианте. Части аудитории концепт вовсе не понравился, при этом их отзывы во многом совпадают с обозначенными ранее зонами для исправления или доработки. Второе. Основные темы обсуждения. Изучили ваши отзывы и выделили наиболее обсуждаемые моменты. Опыт нулевого навыка не учитывается при конвертации. Отсутствие командирского бонуса по умолчанию. Случайность в выборе призваний инструкторов. Эффективность навыка в новой и старой системах. Наличие ненужных экипажей из старой системы. Прочие вопросы и частные мнения. По поводу частных мнений, я в опроснике там такой километр текста написал. И в основном там были наглядные примеры и мое мнение, почему игра сейчас не очень и нет от нее наслаждения. Указал разработчикам на то, что причина вовсе не в экипажах, а в картах в основном. Ну и в других моментах игровых тоже требуется поработать. А то, что они столько внимания уделяют экипажам, это, конечно, прикольно. Если бы они перед тем, как начать заниматься экипажем, исправили всю игру, то пусть бы занимались. А так пока что это смысла никакого не имеет. На гнилую основу сверху накладывать переделанный экипаж. Что изменится? Ничего. Третье. Что дальше? Сейчас нас ждет обработка всех собранных в песочнице данных. Подробно их изучим, затем займемся разработкой решений, которые должны будут урегулировать спорные моменты и таким образом устроить разные группы игроков. В зависимости от результатов этой работы мы примем решение о второй итерации тестирования экипажа 2.0 на сервере песочницы. Будем держать вас в курсе всех деталей. Я надеюсь, что они более глобально подойдут к вопросу переработки экипажа, потому что то, что сейчас было на песочнице, оно так себе. На мой взгляд, концепция прошлых перков старых, то, что они работают всегда, но немного и на весь танк, это спокойный и нормальный экипаж, который не выпендривается и ничего сверх дисбалансного не делает. А новый экипаж со своими перками, которые работают в некоторых ситуациях,
Он-то вроде ничего не делает, а потом в некоторые моменты как выстрелит, это будет давать неожиданные результаты в боях. Будет меньше прогнозируемости, на мой взгляд. Неспокойный рандом и так станет менее спокойным. Куда уже дальше? Я в целом не вижу никакого прикола в экипажах 2.0, честно. Я вообще не понимаю, нафига они нужны? Все время, сколько существует разговор про экипаж 2.0, в основном разработчики говорили про что? Что будет просто больше разнообразия перков. В итоге мы получили что? Что перки совсем по-другому начали работать. Это кто-то просил? Нет. Перки особо никого не напрягали и никого не бесили. Они просто были, там были старые менюшки, к ним все привыкли более-менее, все просили лампочку и разнообразие в перках, чтобы разным экипажам на разных классах техники качать разные перки. В итоге мы получили что? Абсолютно работающие по-другому перки, которые мощно бустят твой танк в некоторых ситуациях. Очередной раз разработчики сделали то, что никто не просил. Мне кажется, они вообще не в ту степь погнали, и зачем это делают, я не понимаю. Мне это не нравится, и я не одобряю. Я рад, что вот это вот, то, что мы сейчас на песочнице тестировали, не пойдет в релиз. Это отлично. Если дальше они не переделают это во что-то более-менее вменяемое, то я, честно говоря, буду рад, если эта ситуация с экипажем 2.0 вообще заглохнет и пойдет лесом. Мне оно не нравится. Зачем мне больше непредсказуемости добавлять в игру, где в бою и так, черт пойми, что происходит. С вами был Варчик, играйте красиво, всем пока. Thank you.